идет репетиция Большого симфонического оркестра Украинской филармонии. Ну и дирижер, значит, за пультом говорит: «Тимошенко, Тимошенко, сыграйте мне ля, пожалуйста». «Я». «Хорошо. Петренко, а ты сыграй мне соль, пожалуйста». Тут соль. Он говорит: «Ну теперь зараз сжигание». Молодой музыкант со скрипочкой, юный скрипач, весь такой, как нежный цветочек, он приходит в общежитие театра оперы и балета и говорит: «Простите, пожалуйста, сидит вахтерша такая, да? Баба Майя, что то надо». Говорит: «Простите, пожалуйста, а вы не могли бы мне позвать Машу из хора?» «Маши нет». «А может быть, тогда Катю из хора?» «И Кати нет». «А может быть, тогда Свету из хора?» «И Света нет». «Хор на гастролях. Трахайте балет». Грузинский театр имени Шота Руставели ставит спектакль «Ленин в октябре». Ну, на сцене сидит Ленин, чего-то там пишет себе, вдруг раздается стук. Ходит Грузинский: «Владимир Ильич, можно зайти?» Ленин не обращает внимания, пишет. «Владимир Ильич, я тебя второй раз спрашиваю, можно зайти или нет, слушай?» Пишет. «Владимир Ильич!» Ускакивает один житель, говорит: «Слушай, Ленин, что бюрократ такой? Тут человек тебя спрашивает, можешь зайти или нет, сидишь, молчишь, да? Ответ, уважаемый человек пришел, Дзержинский, да?» Ленин бросает ручку, ускакивает: «Если ты такой умный, сам играй, а я не буду». Но это есть много версий таких, да, говорили: «Слушай, кто тут Ленин, я или ты?»